В Иркутске открылся 7-й международный симпозиум «Теория и практика налоговых норм». Организатором выступил Байкальский университет. В это учебное заведение славится налоговой школой. Здесь хорошие специалисты работают. В составе участников этого важного мероприятия присутствует более 100 ученых. Экономисты из России, Германии, Монголии, Китая, Украины и Белоруссии. В Иркутске такое крупное мероприятие, тематическое именно, посвященное налогам, проводится впервые. Симпозиум продлится 3 дня. Его материалы будут опубликованы в экономических журналах, в том числе и в изданиях Байкальского университета. Владимир Языков, Игорь Титенко. Специально для программы новостей «Сейчас».